Друзья, всем привет! С вами Арнольд. Сегодня мы будем снимать шок-контент Ghostbusters. Мы наслышались об этом месте очень много. Лес, ужасы. Сегодня будет с вами. Поехали! Друзья, ну что, поехали. Сегодня с нами будет мой друг Вадим, который, надеюсь, будет меня защищать или его я. Да, бро? Да. Ну что, поехали? Здесь, в принципе, очень устрашающая обстановка. Здесь просто куча сверчков, там лают собаки. Погода, в принципе, если вы видите, тоже нас особо не радует. Здесь сверкает молния, здесь просто какие-то непонятные поля. Бля, чувак, я не знаю, зачем я тебя подбил на эту хуйню, но это ужасно. Какая-то непонятная кошка, какие-то шмотки непонятные. Просто бутылка. Друзья, я не знаю, пойдемте дальше. Бля, чувак. Охуеть. Это уже интересненько. Друзья, там стоит просто какая-то куча ребят. Просто, Вадим, иди рядом со мной. Там стоит просто какая-то куча ребят, там лают собаки. Я не знаю, что там происходит, но нам очень интересно пойти туда и посмотреть. Просто, чтобы вы понимали, какая здесь обстановка. Просто какие-то непонятные кусты. Бля, это ужасно. И я слышу шум речки. На самом деле я слышу шум реки какой-то. Это просто пиздец. Это очень страшно, я ничего вам не могу сказать. Олег, ты с нами, бро? Да. Мы взяли с нами нашего третьего чувака. Он у нас боксер. Надеюсь, он боксировать на сатанистах тоже умеет. Практикует. Так, ну что, друзья, идем дальше. Ну вот, друзья, мы чуть-чуть дальше прошли это уже. Это что за хуйня? Че, бро? Смотри. Да хорош прикалываться, смотри. Вы заебали! Ебать! Ёбаный в рот, что это? У него труба, чувак, набери маме. Ебать, друзья, на самом деле это страшно. Блять, он... Чувак, только не звони в полицию, нас же нахуй заберут. Охуеть. Ага. Ёбаный в рот, ой, блядь! Блядь, чуваки, пошли отсюда по-братски. Вадим, пошли отсюда. А чё возле него лежит? Какие-нибудь предметы возле него лежат? Потрогай пульс. Не трогай, не трогай, Олег. Сука, он смотрит. Пошли отсюда, нахуй, блядь, наркоман. Он, блядь, он идёт. Ебать, пошли. Охуеть! Сука, видит! Ёбаный в рот! Говорят, вот мы сели здесь отдыхать возле этой речки, потому что мы реально очень устали. Жители, которые нам говорили, что здесь якобы ходят призраки, хотя мне кажется, это полнейший бред, здесь вода какая-то, ну, непонятно, отравленная. Ебать! Вы чё, чуваки, серьезно? С того берега кидают. С того берега? Ебать, чувак, ты видел, откуда это? С того берега. Охуеть. Вы чё, ебанутые? Охуеть. Вадим, Вадим, съёбаем. Ебать, он спускается. Блять, это пиздец. Это полнейший пиздец просто. Ты видел, кто кидал, Олег? Олег, в камеру, ты видел, кто кидал? Да. Охуеть, просто на это. Смотри, идет, идет кто-то. Блядь. Блядь. Блядь, чувак, что делать? Короче, друзья, мы сейчас зайдем на территорию, чтобы вы знали, которая охраняется. На которой, на ней, точнее, сидит мужчина, ну, на вышке. Ну, возможно, с ружьем, а там я не ебусь, чем он. И сейчас мы посмотрим. Поехали.
Вот мы с вами и подходим на эту запрещенную территорию, про которую я вам говорил. Блядь, ну здесь какие-то ворота, но здесь есть, по-моему, место, где я могу пролезть. То есть я сейчас... Вадим, пошли, Олег, идем за мной. Блядь, мы пролезли, сука, я чуть не провалился. Мы пролезли, и здесь нужно бежать, потому что здесь какая-то вода непонятная. Здесь две речки, и просто у меня садится зарядка. Но я хочу вам показать все. Вообще, просто посмотри на эти колючки, брат. Охуеть, просто охуеть. Свет сзади? Ну, бля, чувак, там три прожектора. Естественно, что там будет свет. Друзья, это пиздец. Мы с вами прошли эту запрещенную территорию. Посмотрим, что будет дальше. Блядь, машина какая-то. Сука, какая-то машина. Садись сюда. Блядь, выключай фонари. Выключай фонари, садись. Ничего не видно, надо включить фонарь. Ничего не видно. Да сейчас машина проедет, все увидит. Блядь, садитесь, пацаны, машина едет. Это охранник, базарю. Он встал. Сука, он разворачивается. Сюда? Ай, блядь, какая ветка уебищная. Дай фонарик, ничего не видно людям. Друзья, здесь ужасно слышен этот звук водопада, он ужасен. Здесь очень скользко, здесь непонятные ступеньки. И вниз спускаться метров, блядь, 20. Пацаны, идем. Здесь просто пиздец. Знали бы вы, как здесь ужасно, вы бы сюда явно не пришли. Сука! А, блядь! Какие-то кусты. Вы спустились? Вадим, ты тоже здесь? Ну что, пошли посмотрим, что за адский водопад. Ебать! Сука, тут какая-то грязь. Какие-то следы. Здесь кто-то был. На самом деле, жители нам говорили, что здесь купаться нельзя. Здесь запрещено купаться. Просто всеми, кто может, все запрещают здесь купаться. Олег, сними речку. Подожди, я покажу людям, какая здесь вода. Посвети мне на руки. Она просто зеленая, просто. Друзья, у меня есть сумасшедшая идея пойти в самый пик этого водопада, в самый центр, и посмотреть на самом деле, что будет там. Ну что, друзья, вот мы с вами и подходим к этому сумасшедшему водопаду. Блять, тут ужасно, тут на самом деле очень ужасно. И сейчас я вам покажу, насколько это жутко. Здесь ездит машина какая-то, просто... Вот это меня смущает больше всего, что здесь ездит машина. Одна машина. Друзья, я надеюсь, вы видите это сумасшедшее течение. Здесь просто пиздец, просто. Ну что, ребят, пойдем с вами дальше. А, мы вышли оттуда, и мы видим с вами надпись. Внимание, купание запрещено, опасно для жизни. Я думаю, не просто так эту запись здесь написали. И если честно, то мы уже очень устали ходить. Мы уже ходим часа три, наверное. Просто ноги все обколоты. Здесь 1000 комаров. Мы встретили пару змей. Зарядка на исходе, я сниму самый трэш для вас. Ты слышишь что? Выстрелы? Что? Выстрелы. Слышишь? Ебать, чувак, что это? Слышишь? Громче, громче. Блядь!
Сука, я камеру проебал! Я камеру свети, проебал! Свети. Вот она! Бля, чувак, пиздец! Да пошли нахуй, брось! Как, какой-то чё? Запах такой мерзкий, ну, как будто что-то разлагается. Да подожди, это может на той стороне. Это на той стороне. Где? Где? Фу, ебать! Фу! Алик, ты снимал! Ёбаный!